3 ночи. На Чернобыльской атомной электростанции случается крупнейшая техногенная катастрофа в мире. Третья ночная смена, я спецовки проверяю неисправность управления, реле давления, от переутомления, забыл перчатки, волнение. Хочу вернуться, таково мое стремление. Оборачиваясь, крик, земля дрожит, резко чем-то ослепила, кто-то бежит, а теперь я оглушила, еще чувствую боль в груди, когда пришел в себя, увидел ужас впереди. Товарищи все обгоревшие лежат, а это что? Это рука. О боже, я узнал ее, обручальное кольцо на пальце безымянном. Вспомню свадьбу, свою семью, родной дом. Я чувствую холод, труднее становится дышать. Теперь я понимаю, что такое умирать. Вмиг стало все белым, вокруг пустота. Вся жизнь перед глазами промелькнула, а за ней темнота. Зона отчуждения, забыты всеми все мечты. Ужасное прикосновение дьявольской руки. Но как ты ни крути, это история. Yes.